Здравствуйте из солнечной Алании. Сегодня 3 мая. Учмаисма? Evet. Сегодня 3 мая, на улице 10 часов, сейчас 10 часов утра. Температура воды для тех, кто хотел, 22 градуса, воздуха 25-27. И в описании к этому видео я оставлю ссылки на Турецкий метеорологический институт, где вы сможете узнавать точную погоду и температуру воды. Поэтому смотрите в описании к этому видео. Ну а сейчас мы едем в Обу. Покажу вам дорогу, покажу пляжи. Ну, в общем, все, что происходит сейчас. Немного пасмурная, но все равно очень жарко. Мы едем на мопеде, достаточно такой ветер прохладный, даже не прохладный, а теплый, хороший ветер. Май — самое классное время в Алании, начало, конец апреля, начало мая. И не говорите, пожалуйста, что я говорю жарко, а сама в рубашке с длинными рукавами. Летом я всегда хожу с длинными рукавами, чтобы не сгореть. Поэтому в футболках я хожу очень редко, ну, может быть, этим летом буду ходить, но обычно я хожу в хлопковых бумажках, рубашках или каких-то блузках. Поэтому, друзья, несмотря на то, что я в рубашке, в Алании жарко и очень-очень-очень хорошо. Друзья, мы уже съездили по нашим делам, и сейчас приехали с Айханом в район Оба на пляж, показать вам, что же происходит на пляже. Вот там вот Алания. Ну, а сейчас мы пойдем на пляж. Кстати, Айхан решил вчера, что ему надо учить русский. Русчоренник, естественно. Да. Хочет учить русский, да. Молодец. Поэтому давайте пойдем на пляж, покажем вам, что там есть. И обязательно подписывайтесь на нашу группу в Фейсбуке. Айхан делает прямой эфир. Сегодня стоит жаркая солнечная погода. Насколько я вижу отсюда,
Море достаточно спокойное. Как вы видите, немного пасмурно, поэтому давайте пройдем вниз на пляж и посмотрим, купается ли народ. Пока мы сюда ехали, в начале видео вы видели, что народ кое-где купается, пляжные бары уже открыты, территории очищенные. Посмотрите, какая красота, все зеленое, в цветах. В общем, лето, друзья, лето. И, конечно же, вы тоже приезжайте. Мы сейчас в офисной обуви и одежде, поэтому мне придется все это дело снять, чтобы пройти до моря. Все, друзья, я взяла свои тапки в... Видите, выпадает все у меня. Взяла свои тапки в руки. Песок. Чувствую песок. Песок горячий. Ой, какой кайф. Слушайте. Супер. Сейчас на меня, конечно, будут смотреть. Но вот вы видите, народ отдыхает, загорает. Сейчас мы дойдем до моря и попробуем воду. Пляж в Обе, конечно же, отличается от пляжев на Клеопатре или Домлаташа. Посмотрите, сколько народу. Народу куча. Вот такой вот здесь небольшой, что-то типа бассейна натурального, с детишками загорать и купаться. Что мне не нравится на этом пляже, здесь при входе в воду, видите, очень много камней. Но потом они заканчиваются, и получается хороший вход в воду. Попробуем воду. Ой, вода теплая. Все, друзья, в этой воде даже я могла бы купаться. Вода очень теплая. Супер. На этих выходных мы, кстати, поедем опять в отель Сириус. Точнее, уже завтра. И... там я буду точно купаться. Так, где-то здесь Айхан у нас делает прямой эфир. Вот что-то наподобие натуральных бассейнов. Здесь есть, где можно совсем с маленькими детьми. Вода очень теплая. Вода супер теплая. Просто кайф. Друзья, такая вот небольшая прогулка у нас случилась на пляж в Обе. Я очень довольна. Море чистое, прозрачное, теплое. Жарко, жарко. Мне жарко. Песок, когда я шла обратно, был просто обжигающий. Это было что-то... О, я сожгла все ноги. Ужас. Пляж хороший, достаточно чистый. Много народу, вы видели, я старалась, конечно, не снимать на пляже, чтобы народ не попал в кадр, но, скажу вам честно, мне очень-очень понравилось. Поэтому, если вы приедете в Обу и будете отдыхать в Обе, пляж в этом году здесь хороший, чистый, и вода прозрачная, теплая. Ну, естественно, в июне месяце будет еще теплее. Айхан закончил прямой эфир. Джанна Инбитима. О! Айхан закончил прямой эфир. Ну, а мы заканчиваем это видео и прощаемся с вами. Обязательно приезжайте в Аланию. Айхан, приезжайте в Аланию. Алания Галин. Приезжайте в Аланию. Приезжайте в Аланию. Быстро-быстро. Ставьте пальчики вверх, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал. Ну, и, конечно же, добро пожаловать в солнечную Аланию. Всем всего хорошего. Пока-пока.